Дубль 2. Всем привет, меня зовут Макс, я продолжал проходить игру GTA San Andreas на 100%. На статистике уже 20,903%, и мы сегодня будем говорить о последнем миссии ротора, который называется «Ограбление дяди Сэма». Tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Because you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit the way. Out of my face. Go hit the way. Fuck oh, that. Come on, man. Извиняюсь. Да, давайте глянем, осталось ли кресло райдера здесь? Нет, кресло по скрипту, разумеется, убрали. Эти горы, кстати, имеют небольшой объем, как ни странно. Мне казалось, что они будут сквозные. Разработчики даже об этом позаботились. И да, я сегодня вот пытался взять миссию райдера и провалил его. Вот сейчас записываю по новой. То есть я просто вот на обратном пути каким образом райдер просто умудрился сдох. Вот я сам не понял, каким образом, но он сдох. Возможно, у него кто-то просто... Возможно, теория, у меня же там, по-моему, звезда вроде была, ведь потом вроде начали арестовали, когда я уже запись закончил. Возможно, просто коп пострелял типа в меня, но в итоге попал в райдера, может быть, из-за этого типа его убил. Я не знаю, я на самом деле реально не знаю, как это могло произойти на самом деле. Но факт остается фактом. И да, вот здесь, кстати, отделизация по этому мосту, почему-то все ютуберы едят именно по этому мосту. Раньше, честно говоря, я тоже так делал, но понял, что проще проехать именно по этой дороге, чем мучиться и пытаться заехать на этот мост. Ведь обычно ютуберы, даже когда случайно почти доезжают до этого вот поворота, специально берут и разворачивают вот этот мост. Как будто такой моста, других путей нету. Итак, завтра, возможно, будет ролик не по GTA San Andreas, а по Geometry Dash, потому что я вот вчера приобрел лицензионную игру Geometry Dash и хотел бы пройти там пару официальных уровней. Ну, не пару, а именно те, которые новые. То есть последний уровень Dash новый официальный и вот эти вот еще 4, новых 4 уровня из замка. Не знаю, получится ли залку, типа, что я на втором уровне там что-то подзастрял в сценарии немножко. Ну ладно, я потом обязательно перезапишу еще экран, насколько вообще он длинный. Если там он не очень длинный, то, в принципе, я попытаюсь его пройти. Так, хорошо. И, на самом деле, есть несколько лайфхаков. Во-первых, ну ладно, это, в принципе, не лайфхак. Во-первых, можно помогать райдеру, если у вас не получается, и райдера постоянно это не убивают, когда вы уже воруете в ящике, то можно просто взять ему и помогать. Это первый лайфхак. А второй лайфхак на этой миссии, что можно только аккуратно подъехать. И вот таким образом взять ящик. Так я не понял, у меня сейчас стоит 60 FPS в игре, ну, патч. И в итоге сколько... И там вроде или, по-моему, или если очень высокий FPS, оно не сработает, или очень низкий. Я вот не помню. По-моему, если вроде ограничитель врубить. То, по-моему, вроде так произойдет. Но даже такой спидранит факт, кто без всяких багов спидранит миссию. Теория, вот я реально не увлекаюсь и не думаю, что кто-то буду им увлекаться. Ну да, по фалу, на самом деле, когда я 3 3 прохожу в пути, я и научился как-то прям быстро проходить, но несмотря на это, конечно, все равно не тянет. Но просто кайфевать и ходить игру быстро тоже прикольно. А, я думал, сейчас рядом меня уже выбросит из тачки. А, блин, я тупой, мне же еще надо два ящика сделать. Вот и все, я его убил. Надо попробовать прямо тут ящики, да ё-моё. Вот куда райдер смотрит? Меня вот тут убить хотят, а он даже не помогает. Вот это уже один из намеков на предательство. Ну, кто-то будет сказать, что и нет, но просто, вот так, образно говоря, возможно, это просто так случайно совпало. Однако он мне даже не пытается помочь.
Хотя на самом деле, мне кажется, все-таки именно Райдер, он все-таки хороший. Тем более, я где-то слышал такой миф, что якобы он не хотел предавать. Да, для тех, извиняюсь, что просто поверил, но Райдер оказывается в итоге предатель, и Биг Смоук, кстати говоря, тоже. И... Токио их убьем. Но я слышал, что именно Райдер, он вроде бы предавать не собирался, он пришел сделать только потому, чтобы Смок сказал, что его убьет, если он типа этого не сделает. Поэтому по этой причине Райдер все-таки предал нас. Не знаю. Все-таки для меня Райдер всегда будет хорошим корешом. К сожалению, в детстве, когда я первый раз продвигу, мне не суждено было это пройти тогда до конца, по той причине, что, ну, во-первых, я застрял на летной школе, во-первых, и я тогда, получается, так, аккуратно, ну-ка, давайте, и в итоге я потом просто сначала забил, а потом просто хотел сыграть, продолжил против гола. Потом, когда я дошел до Лос-Ультураса, там получилось, что я там сохранился, потом по какой-то причине в итоге... Чё за баги? Какой баг? Никогда такой баг не встречал, вы это видели? Какой баг забавный. Ладно, только титры эти не дослушал, пофиг. Офигеть, баг. А могу по тачку сесть? О, а когда сел, она опустилась. Вот это блютый баг, никогда его не встречал на этой миссии. Офигеть, вы это видели? Забавный баг получился. Я не знаю, каким образом он получился, если честно. Ну, прицелы, просто я дослушал там, что они болтали, но это не самое важное на этой миссии. Наша тата уже теперь свой 0,03%, и мы теперь с вами приступим уже к миссиям. Big Smoke. Но, разумеется, сегодня я проходить уже эту миссию не буду. Вы знаете, я всегда прохожу по одной миссии, потому что так, во-первых, удобнее конкретно про эту миссию рассказывать. Вот, представляете, когда я на стриме прохожу кучу миссий, я как-то особо вот... Даже когда не без конфликта, GTA 5, по-моему, проходил. Ну ладно, GTA 5 не будем к этому относить. Возьму даже, наверное, GTA... Даже не знаю, что взять. Но в любом случае, то есть... Я почему-то особо не... Ничего про миссии не сказал. Когда я прохожу по одной миссии, я особо вот что-то дорассказываю. В общем, давайте я прям тут сохранюсь и все, на этом с вами закончим. В принципе, я на этом, как я уже сказал, все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи и пока.